Амичей предупреждают о весеннем наводнении. Снег будет идти до конца марта, но уже сейчас его количество превышает все нормативные показатели. Самые проблемные территории – Черлакский, Тарский, Знаменский и Устишимский районы. Спасатели уже готовят технику и спецснаряжение. Напомню, прошлогоднее половодье обошлось бюджету более чем в 500 000 000 рублей, а его последствия устраняли до осени. Тревожные прогнозы и в Томске. В зоне риска 12 населенных пунктов. Туда уже завозят продукты и медикаменты. А ученые разрабатывают современные программы, с помощью которых можно оценить, грозит ли половодье домам. 3D-модель рельефа – одна из разработок, которая поможет не только следить за ситуацией на Томи, но и прогнозировать паводковую обстановку. Для создания системы на кафедре географии ТГУ оцифровали более 60 топографических карт. Следить за подъемом воды в реке сможет любой пользователь интернета. К ледоходу 3D-модель станет доступна на специальном геопортале.